Добрый вечер и добро пожаловать в Гельвецию, Женева. Ой, и у нас сразу начинается бой. Эх. В прошлый раз мы навестили Грецию, оставили там неизгладимое впечатление, разрушив все, что только смогли, но освободили жену вождя и панацею. И сейчас, кто у нас здесь, я пока плохо понимаю, но давайте разбираться. Какие вы? Как интересные римляне. О, сотня это как-то чересчур. Так, надо будет поискать, где тут можно подкрепиться. Как куда-то побежал к ним. Тихо. А что ж такое? Отобрали у вас ваши копья. Так, ребята. Вы там ради факела? Найти жаровню и место применения этого факела, кстати, это дело. Отлично. Скучно это дело. Так, хорошо. Так, отойдем, поищем, где можно подкрепиться. Это, кстати, жаровня. Если кто? Не кабан? Нет. Вот, ящик, отлично. Здесь, я думаю, у нас есть кабанятина, которая мне так необходима сейчас. Так, ребята, отстаньте. Так, хорошо. Вот, смотри, кабанятины практически нет. Тут есть кабаны. Что тоже неплохо. В своем роде. Оо! Вообще прекрасно. Так, мы сейчас вас достаточно быстро перебьем. Зелим. Кончается. Плохо. С другой стороны, их уже осталось 4. Сколько мы? Наверное, 40 секунд за 5 перебили. Так, здоровье. Хорошо, где у нас прячется остатки ребят? Может, мы с помощью этого зелья что-то можно сделать здесь? Не долетел. Долетел? Так, на крыше вроде бы ничего нету. Не сказал бы, что здесь что-то есть, так что... Хорошо, где у нас факел? А, еще трое. Трое ребят, где вы прячетесь? Засели, скорее всего, в траве. Смотри-ка, не видать пока ни одного. Так, а вот один, кстати. Лась. Отлично, так, еще есть где-нибудь? Вот еще один. Так, у нас просто травка. У нас тоже просто трава. Да. Что-то не видать никого. Я понял, что поле смотрим. Осталось всего-то. А, жалких римлянин. Так, а вот один. Отлично. Так. Еще один. Где ты прячешься? Напрочь не вижу его. А, вот, хорошо. Как я тебя пропустил. Так, пойдемте за факел. Женеве надо вести себя более-менее прилично. Ты ученый народ здесь живет. Потому что такое синее перцает. Интересно. Расчищаем завал. Так, и снова. Как-то это уже чересчур, по-моему. Мы с вами вообще имеет смысл бороться или как?
Ой. Так, хорошо. Какой-то... Нет. Ладно, будем мстительны. Только не сотню снова. Издевайтесь. Нет, слава богу, не надо. Отвяжитесь. Отвяжитесь. Куда сюда идет, тихо, убьем. Не так хорошо. Так, окей. Вас бить вообще, по-моему, нельзя, да? В принципе, прорваться, конечно, можно туда, но давайте пока без факела это сделаем. Так, хорошо. Тогда его нужно будет принести в конечном итоге. Тогда долго внести. Пойдемте возьмем его, и там уже будем что-то пробовать. Он даже еще проще пошли. Так, сжигаем. Жаль. И не тереть нельзя. И... Так, а у нас уже походу начинает гаснуть. Нужно торопиться. Фу, совсем уже. Чаша нигде не... Нет, потух. А нам вообще он нужен? Так, опять злобные ремни. Вроде бы не надо его сюда тащить, странно, почему-то отдают нам его поджечь. Ну ладно. Да нет, смотрите, вот. Вот, значит, так где-то пропускать чашу, по всей видимости. Потому что так далеко его отнести невозможно. Как ни старайся. Ух ты, это что такое? Может, есть какой-то короткий путь здесь? Ребят? А, у нас здесь есть чаша. Отлично. Мы вас одолжим, если вы не против. Мы точно зашли. Где мы сейчас вообще находимся? Это порту, по всей видимости. Обеликс, нужна твоя помощь. Только в чем? Давайте переплывать. А, мы снова краном пользуемся, по всей видимости, да? Да. Потай. Ой-ой-ой. Нужно было это делать раньше, я думаю. Нет, так я не успею. Что ж ты делаешь? Хорошо. Так, ладно, и куда нам дальше унести будет? Думаю, во второй раз мы сейчас достаточно быстро сделаем. Окей, пойдем за факелом. Точнее, за огнем. Так, поджигай. Фикс. Нужна помощь. Так, давай. Ну, цеплять. Отлично. Так. Играемся сюда, сюда, сюда. Кстати, мы давно, по-моему, с разведкой не говорили с нашей. Привет, друг. Да. You've got to light them all, if you want to forge on with your quest. Watch out!
To complicate things, the Roman Flying Corps is on guard. Caesar is truly determined to prevent you from saving your friends. Цезарь здесь? Ой-ой-ой. А, вот ты что делаешь, сволочь, да? Ясно. То есть, в принципе, не особо не мешает, но тушат. Да что ж такое? Эй! Что ж ты делаешь? Иди сюда. Пойдем, а? Так, ну... У вас, как правило, должен быть лимит какой-то. Так, что, подождем? Войди сюда. Окей. Двоих мы уничтожили. Сколько их всего может быть? 4, наверное. Так, ждем. Иди, дружок. Ну, где ты? Странно, но не хочется идти, ладно. В принципе, нам это не нужно. Давайте ждем здесь. Так, еще один. Отлично. Давай, убирайся отсюда. А что ж такое? Эх, никак я тебе попасть не могу. Хорошо. Еще один? Давай. Хорошо. На этом все. Как у нас, кстати, с тем факелом? Крит? Крит? Так, на той стороне... А, вот на той стороне у нас есть ребята. Хотим от вас избавить, чтобы нам не особо мешались. Ух ты, сколько у нас тут. Так. Что такое? Брысь. Вас вроде меньше было. В разы. Все, толпа набежала. Так, это уже может быть проблема. Где-то перекусить. Есть что-нибудь? Нет, у нас ничего. Есть тут... А у вас щита тут случаем нету, или... Я просто свинюшек есть. Ребят, подождите. Смотри, одни шлемы. Да не перекусите. Так, вы последние? Вроде бы да. И пойдемте зажигать третью жировню. Кажется, тут никто у нас не должен уже быть. Или как? Есть кто? Вот последний остался только на той стороне. Он не особо хочет, видимо, перелетать. Ждем его. Это ты? И все. Нет, еще один. Сколько ж вас свой? Иди сюда. Там все. Так, соберем немного здесь. И пойдемте к нашей разведке. Работа выполнена. Well done! You have succeeded!
I'll open up for you. Окей. Okay. Что нас торговать можешь предложить? Hello there. Let's go and see what I've got in stock. Ух ты, два новых. 75 тысяч, да ты издеваешься. Так, вот это у нас уже хватает. Come back and see me anytime you like. See you again. Так, что у нас здесь за путь? Какой-то в шахты. Связи, рано или поздно мы до тебя доберемся. Да тебе не сдобровать. А, окей. Как-то слишком уж тихо. Ни одного солдата, хотя бы для патруля. Все-таки ночь. Алик, ты можешь пробраться. Что, нам вниз спускаться? Ага. Привет, дружок. Так, как понимаю, нам подниматься на этой платформе, да? Обеликс. Не хочешь? А, ты это поднимаешь, окей. Давай. Что у нас тут? Ну, так, что тут? А, просто шлемы, ну, ладно. А, вот, щит, это уже лучше. Отлично. Так, поднимаемся. Поехали. Тайна проникновения отколов. Так, тут нам нужен Эпикс. О, дружок, кто-то мне нужен. Слишком медленно. Ах. Брось ты это дело. Сейчас, секунду. Хорошо. Ребята, подойти не хотите? Так, все, ты мне надоел. Отлично. Так, и тут мы поднимемся. Осторожно, не упасть. Обеликс. Будете крушить. Какая приятная тихая музыка. Всего. Так, ладно, открываем дорогу. Какое огромное пространство. Так, окей. Зачем нам это может понадобиться? Кастом, у тебя здесь, я думаю. Так, вот открывает ворота. Да. Но только для Стерикса, как я понимаю, да? Потянули. Ух ты, вы откуда здесь? Осторожно, придавлю. Стерикс бы прикрывал меня, пока я тяну, что ли. Ребят, придавлю. Придавлю. Сматывайтесь. Хорошо. Оставим обережь на развлечение. Не добил. Где вы там? Хорошо. Мы пробрались, видимо, в какой-то форт. Окей. Ууу, старая добрая толпа. Это интересней. А давайте пока сюда сходим. Как вы трясетесь, бедолаги? Так, хорошо.
давайте как-то толпой. С вами это быстро, сейчас закончим. Окей. У меня под конец, наверное, черепаха появится. Или опять на нас львов скинут. Вот у нас в Женеве. Так, уже 20, хорошо. Это быстро получается. Гораздо быстрее, чем сотни мы били. Не знаю почему, но по ощущениям. Так, стоять. И все. Так, а что у нас по сути открылось от этого? Это кнопка. Скорее всего, какой-то секретик. Да ничего нет. Так, что вы нам блокировали? Нужен Беликс. Кстати, вторая кнопка. Все равно, если нужно попасть как-то в эту дверь. Пока не совсем понимаю, что я пропустил, что мы именно эти 50 человек нас защищали. Ладно, мы обойдем. Или тут не обойти? Что вы тут не сохраняете? Это кнопка. Больше ничего. Еще есть что-то. Нет, нам осталась только одна кнопка. Найдем ее, и можно будет получить награду. Так, давай, сюда. Хорошо, что это за помост, где на него можно сесть. Окей. Скажу, что здесь у нас уже спуск, а не подъем наоборот. Ага, отлично. Так, и давайте здесь мы сегодня закончим. Так что на сегодня это все. Это Стрикс, Эбликс и меня. Доброй ночи.